Всем привет, уже из Ташкента. Всем привет. Это тоже Наталья. Сегодня мы поедем гулять. Куда мы поедем? Сити-молл. Сити-молл открыли в Ташкенте, новый сити-молл. Вот сейчас поедем и посмотрим. Мальчиков Женю отправили с другими племянниками на дачу. Да. А женщине поедем в сити-молл развлекаться. Еще один младший. Еще один младший. Все вам покажем. Вот первая компания. Да, ты давай. И третья мадам. Так, мы приехали. Как называется это место? Ташкент Сити Молл. Вот такое вот место. Я тут тоже впервые. Когда его построили? Прогугли. В прошлом году? Здесь вот все серьезно. Сейчас мы положим, у нас уже ребеночек уснул, подустал. О, я вся вспотела. Да, у нас очень жарко. Если в Корее влажная жара, здесь сухая жара. Ой, здесь очень прохладно. Здесь какие-то рестораны. Но очень прохладно. Кондиционеры работают очень хорошо. И люди здесь очень симпатичные, посмотрите. Машины продают, разные брендовые магазины. А вон машина, до машин не можно. Так, и здесь тоже есть Zara. Посмотрим, какие модели продают в узбекской Zara. В узбекской Zara очень много сейчас скидок. На самом деле цены очень приятные. Смотрите, если смотреть, я бы сказала, что дешевле, чем в корейской Zara. И модели, ну есть, конечно, немножко потрепанные, но так очень даже неплохо. Так, я купила себе майку, теперь мы идем дальше. В принципе, нам ничего не нужно было из вещей, мы просто гуляем, но мы зашли в Zara и... Ну как, нас... не было ничего, да, не купить. Мы взяли пакет. Мы взяли пакет от Zara. Zara. Так, спортивный магазин в Ташкенте. Сейчас мы пойдем пить bubble tea какой-то китайский. А что, мы не будем здесь сидеть? Надо сесть в кафешке, посидеть. А вот там есть бабой узбек бекари или что это? В общем, здесь есть кинотеатр. Здесь вот такой вот вид. Не, ну конечно, построили довольно-таки масштабное здание. И очень много, все магазины функционируют. Очень интересно. KFC. Пицца. Папа Джонс. Домино. Ребенок доволен. Или напиток. Мамулечки они положили. Как называется? Здесь, кстати, очень много. Все голодные, все кушают. Да, сюда только приходят. Пицца, Венди, бургер. Но мы не голодные, мы дома покушали очень вкусно. Пока что мы не голодные. Но и это еще не вечер. Нет. Значит, на четвертом этаже Sky Park, кинотеатр и детская площадка. Здесь одежда. Здесь тоже. Мы пойдем на первый этаж. Фудкорт. И мы вышли с другого выхода, и здесь выход идет на парк. На парк Сити, да? И на улице, улица нас встречает вот таким палящим солнцем. Здесь вот знаменитый отель Хилтон. Сейчас посмотрим, что здесь есть интересненького. Здесь, кстати, вечером хорошо, сейчас немножко здесь грязно. Еще вот строится, продолжают. И вот здесь знаменитая речка Ташкент Сити. Фонтаны здесь вечером. Вечером здесь хорошо, просто сейчас немного жарковато. А так вечером открывается красивый прогулочный вид. Сейчас вот здесь очистят этот бассейн.
не купательный. И мы пришли в Даяко Чикен попробовать узбекский чикен. Чем отличается от корейского чикена? Если первые заказы пиво, айс, кофе и зеленый чай. Ну что, давайте. Ну что, начинаем. Ура! А у тебя так. Этот? Ну как, Алла, какой вкуснее? Что именно? Какой? Мама, пробуй, вкуснее. Давай посмотрим. Так, чикен, значит, принесли. Урайды. Корейский или узбекский? Корейский. Узбекский. Так ему, здесь тоже вкусно. Ну, оригинально, свой вкус. Я не могу сравнить, потому что корейский не ела. Ну, это она не помнит вкус. Запомнит очень сложно. Ну, зато гарлики 100% узбекский. Вкуснее, потому что хлеб узбекский. Хлеб, потому что Угу. Ну все, оценка есть. Пиво зачетное. Давайте. Ура. Джоя, можно у тебя пробовать? Это кофе. Это кофе. Так, принесли узбекский кимбап с тунцом. Давайте сейчас заценим. Я буду руками, потому что вилкой его неудобно, он упадет. Так, соевый соус. Попробуем. Значит, что здесь? Морковь, огурец, да, дайкон, тунец. Попробуем. Вот она. Замерла. Кстати, неплохой. Кстати, действительно неплохой. Так, смотрите, это чапча с курицей подошло. Порция, конечно. Нет, это конечно. Ой, блин, чапча. За кадром будет мой смех. Милкшейк, но порция чапче. Обычно она же просто долларов. 45 тысяч. 45 тысяч. Долларов. 9 долларов где-то. Да? 9. Нет. 7, 6, 5. 5 долларов? 4. Ну, слушайте, даже для 5 долларов, мне кажется, это не 7, а маловато. Не, ну, наверное, грибы это... А чё попробуй? Кот наплакал. Вчера гранусики. Это фунчоза. Это чапче. Пробу снимем. Ну как отличается от корейского? Ну да. Да? Сколько, ну, тоже, в принципе, ну сколько ты поставишь из 10 баллов? Ну семерка. Семерка. Ну семерка это неплохая. Я дала 8 с плюсом. 0,5. Нормально, он даже не купал. Не, ну ничего. У меня бесконечность. Corn dog. Давай, кусай. Я уже откусила. А он с сыром, смотри. Как? Это сосиска есть внутри? Вот она. Вкусно? Скажи, очень вкусно. Почему? Ну, сыр тянется. Может, мне тоже попробовать? Ну-ка, давай попробую. Да, попробуй, yes. Конечно. Ты никак не можешь сыр вытянуть. Посмотрите за то, как тянется узбекский сыр. Не то, что корейский. Так это и есть корейский. А сосиску попробуйте найти. Там половина же, наполовину. Она там где-то. Сначала идет сосиска внизу, а потом сыр. Неплохо. Похоже. Похоже? Нет. Похоже, знаете, на что? На гарлики. Почему? Реально похоже на жареный хлеб. Так, луковые кольца. У меня уже глаз начал надувать. Сейчас пробу снимет мамулечка. Давай, мама, скажи, как оно? Вкусно? Ну, на самом деле, вкусно? Да, на самом деле вкусно. Ну, они выглядят, и порция, в принципе, очень хорошая и аппетитно выглядит. Аппетитно выглядит. И прям горяченькие, свежие. Свежачок. Ну, тут будет? Мы уже подкрепились, уже все поели. Какую оценку вы дадите этому заведению, Даяко Чикен? 7. Из 10? Семерка? Да. Из 100 семерка. Оля, для тебя? Ну, не знаю. Чуть хуже стало все равно. Ну, хуже стало. Ну, а то есть тебе корндог понравился? Если бы ей понравился, она бы все съела. А, вот оно. Не, мамулечка, а тебе как? Мне все понравилось. А маме все понравилось. Вот так вот. Ну, я поставлю оценку 10 семерок.
10 с минусом. Ну, все было очень вкусно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Так, и за все это удовольствие мы отдали вот такую вот сумму.